У кинотеатра для детей были организованы игровые программы. Здесь же ребята могли похвастаться знаниями цветов российского флага и истории страны, а еще поучаствовать в спортивных соревнованиях. Мероприятие показало, что этот праздник для подрастающего поколения не пустой звук. Большинство детей знают не только год создания, но и историю возникновения праздника. День флага, что я испытываю, во-первых, гордость, во-вторых, радость нашей своей страны, потому что, ну, собственно, когда мы видим флаг, я понимаю, ну, свой флаг, именно своей родины, я понимаю, что я здесь родился, и я как бы здесь живу. И то, что я доволен, что я здесь, и то, что я рад, что я здесь живу. На сцене в этот день выступали воспитанники вокальных и хореографических студий. Эстрадная группа «Звездный вальс» представила оригинальную танцевальную композицию. В финале номера, используя яркие футболки, ребята составили российский триколор. Ученики Натальи Малой также частые гости городских и районных мероприятий. Педагог считает, что для подрастающего поколения важно участие в государственных праздниках. Мне кажется, для нашего поколения, для детей очень важно участвовать в таких праздниках, так как это воспитывает у них дух патриотизма и любовь к родине. Запоминающимся моментом стал вынос государственного флага длиною в несколько десятков метров. Это напомнило горожанам о главном принципе страны – единстве. В завершении праздника прозвучали слова поздравления для жителей и гостей города от имени главы Ленинского района Валерия Венцеля. Российский триколор – свидетель славы многих поколений россиян. Он объединяет людей, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. И наша общая задача – воспитывать в подрастающем поколении уважительное отношение к государственной символике, чувство любви к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой страны. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.